Скандальная Диана Шурыгина вновь подняла рейтинги программы «Пусть говорят» до заоблачных высот. Ее приглашали туда трижды, чем похвастаться может далеко не каждый или не каждая. С рейтингом программы ширится и народная молва о личной жизни суперпопулярного ведущего Андрея Малахова. Стоит отметить, что Андрей женат с 2011 года, однако о семейной жизни особенно распространяться не любит, как, впрочем, и его супруга. Наталья Шкулева – дама весьма непростая, но и сам Малахов говорит о том, что другая не смогла бы быть рядом с ним. Так или иначе, недавно пара снова вышла в свет, опровергнув всякие домыслы о разводе. Свадьбу Андрей и Наталья Шкулева сыграли в Версальском дворце в строжайшей секретности. На тот момент невеста уже была издателем группы журналов «Элле». А впервые вместе Андрей и Наталья появились на свадьбе Евгения Плющенко и Яны Рудковской в 2009 году. Известно, что Малахов возил Наталью в Апатиты, откуда он родом, чтобы познакомиться с мамой. Ее мнение играло определяющую роль. Предыдущая пассия экзамена не выдержала, и Андрей с ней расстался. С Натальей все было по-другому. Кстати, Наталья Шкулева не желает мириться со статусом просто супруги известного мужа, а потому не ограничивает сферу своих интересов домашними заботами и стремится покорять новые высоты на профессиональном поприще. Будущие супруги и познакомились на работе. Пара старается сохранить романтику в отношениях и прибегает для этого к довольно необычному способу. Иногда Андрей и Наталья живут порознь, чтобы избежать рутины. Они предпочитают серому быту романтические встречи и свидания. Наверное, в этом есть смысл. Теперь все ждут пополнения в семье Малаховых. Уже ходят такие слухи. Тем не менее, супруги их отвергают, делая акцент на том, что если дело до этого дойдет, они обязательно официально обо всем сообщат. Наверное, они сделают это в программе «Пусть говорят». Думаю, это тоже поднимет рейтинги не меньше, чем тема с Дианой Шурыгиной. А нам остается только ждать.